Здравствуйте, друзья. У нас есть сегодня интересная возможность, вечером представится интересная возможность для защиты интересов и прав русскоязычного населения Кремниевой долины. Высаживается ограниченный контингент юмора российского здесь, прямо из Московского юморного округа. У нас господин Шендерович выступает сегодня с концертом. У него не политический концерт, у него есть программа вот такая. Он с ней выступает. Вот. Но я надеюсь, что нам удастся, может быть, с ним переброситься пару слов. И у меня камера всегда с собой. Поэтому, если есть какие-то вопросы, которые хочется задать господину Шендеровичу, давайте я попробую. Я не обещаю, но попробую. Вот. Очень надеюсь, что мы с ним переговорим. Мужчина симпатичный и так, как бы, с юморком. Я надеюсь, что вам доставит удовольствие, если у нас получится какой-то разговор. Так что в комментариях просто пишите вопросы, и там есть несколько часов на то, чтобы их задать, а я просуммирую, и если что-то прикольное такое обнаружится, мы обязательно спросим. Счастливо!